Всем привет! С вами Громакина Ярославна, блог «Наши дети.ру». Сегодня я хотела бы рассказать про замечательных 4 аккорда, с помощью которых вы можете сыграть несколько песен. Если вы только начинаете, я думаю, что это будет самое то. Итак, первый аккорд – это АМ. Я думаю, все вы его знаете. Я специально снимаю видео в зеркальном отображении, чтобы, если вы не знаете, могли легко повторить. Значит, на первом ладу мы зажимаем вторую струну указательным пальцем, а на втором ладу зажимаем средним пальцем четвертую струну и третью безымянным. Это будет аккорд А. Затем у нас идет аккорд F. Да? Значит, указательным пальцем мы зажимаем весь первый лад, средний палец ставим на третью струну, безымянный на пятую и указательный на четвертую. Да? Затем у нас идет аккорд. Так. С. Чтобы сыграть аккорд С, мы указательный палец ставим на первом ладу на вторую струну, средний палец ставим на втором ладу на четвертую струну, на третьем ладу мы ставим безымянный палец на самую верхнюю, да, шестую струну, и мизинец на этом же третьем ладу на пятую. И играем еще аккорд Е. Аккорд Е играется так же, как АМ, только, скажем так, на одну струну выше. Поэтому мы на первом ладу указательным пальцем зажимаем третью струну, средним пальцем зажимаем на втором ладу пятую струну и безымянным на втором ладу четвертую. Чтобы сыграть несколько песен, мы повторяем их в этой же последовательности: А, М, Ф, С, Е. Какие песни? Ну, самая первая, которая приходит на ум, это, наверное, «Гражданская оборона». Все идет по плану. Играем простым боем. Чтобы сыграть простой бой, мы вначале большим пальцем сверху вниз проводим. Затем подушечками пальцев снизу вверх, затем ногтями снизу вверх. Вот. Что мы играем? Ну, примерно так. Граница, ключ, переломлен пополам, а наш батюшка Ленин совсем усоп. Он разложился на плесень и на липовый мед, а перестройка все идет и идет по плану. И вся грязь превратилась в серый лед, и все идет по плану. Так, существует еще несколько песен, которые можно будет сыграть с помощью этих аккордов. Это «Земфира», «Половинка». Она играется точно так же. Те же аккорды, такой же бой. Точнее, я неправильно сказала. Это группа «Минус», «Половинка». Извиняюсь. У «Земфира» это будет песня «Я искала тебя». Noise MC — песня для радио. Гражданская оборона — все идет по плану. У ДДТ это будет песня «Просвистела». У группы Пикник — лицо. Черный обелиск — по дороге старой. Американская группа Pain — Shut Your Mouth. Градусы — враг мой, бойся меня. И The Cranberries — зомби. Пикник — лицо играется так же. Кто не помнит как-то. Ты, наверное, нарочно. Ты, наверное, нарочно. Ты, наверное, нарочно красишь краской порочное лицо.
Ладно, всем спасибо. Зная 4 этих аккорда, вы уже можете сыграть такое большое количество песен, уже у вас репертуар. И если в вашем кругу больше никто не умеет играть на гитаре, то вы станете, конечно же, центром внимания. Всем спасибо, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, ставьте лайки, они мне очень важны.